Всероссийском детском центре «Смена» стартовала третья летняя смена. Мальчишки и девчонки со всей страны настроены с максимальной пользой провести время у Черного моря. Чему же они хотят научиться? Давайте узнаем. В смену я приехал, чтобы научиться чему-то новому. Например, я узнала о диджинге. Я всегда хотела этим заняться, попробовать себя видеть диджея, там создавать музыку в битах. Люблю такую музыку, когда на битах, очень сильная. Думаю, всем другим тоже понравится. Я бы хотела научиться, наконец-таки, давать опору и научиться рисовать. Ну, плавать я умею, я еще хочу научиться. Но я хочу пойти в самбо. Я хочу научиться в смене танцевать. Я очень люблю слушать музыку и танцевать под нее. Я бы хотела лучше играть, научиться в футбол. Учиться каким-то навыкам. Я рада, ну, во-первых, еще... Почему бы и не познакомиться с другими вожатыми, детьми, чтобы найти больше общения и сдружиться покрепче со всеми остальными отрядами. С минимум хотели научиться достигнуть своих целей и подружиться со всеми. Потому что нам тут очень весело. Я бы хотела научиться в смене, ну, хорошо играть в футбол и, может быть, хорошо плавать, поскольку там очень красивый бассейн, он очень большой, у нас выходят на него окна, и хотелось бы в нем еще поскорее бы поплавать. Я бы хотела научиться тоже побольше играть в футбол, ну и все, наверное, и поплавать. Я бы хотела научиться баскетболу и плаванию. Думаю, тут это можно научиться. Больше научиться играть в футбол. Я бы хотела научиться плаванию, футболу, баскетболу и волейболу. Я бы хотела научиться волейболу, футболу и лучше плавать. Я хотела бы научиться плаванию и научиться играть в баскетбол. Я бы хотела научиться просто плавать получше. Я бы хотела научиться плаванию, футболу и волейболу, наверное. А я бы хотела улучшить знания в футболе и научиться плавать. Я хотела бы научиться в смене хорошо плавать, ну, поскольку я уже умею, но я хотела как бы свои навыки повысить, ну, найти новых друзей, ну, подружиться тут со всеми. Может быть, кто-то будет из моего города, я потом буду с ним гулять. Хорошо провести время, купаться на море, вот. Ну, вот так. Я хотела... потянуть навыки волейбола, но так как тут с 13 лет, я не могу туда пойти. Еще я хотела найти новых друзей, чтобы с ними общаться, возможно, даже приезжать к ним, тусить вместе. Я бы хотела научиться по-настоящему дружить, найти новых друзей и заниматься больше спортом. Я бы хотела бы тоже найти очень много друзей из разных городов, потому что новая обстановка. Хотелось бы больше заниматься спортом в лаге, поэтому я и выбрала Олимпийскую академию. Хотела, честно, научиться играть в баскетбол. Я хочу научиться нормально, очень хорошо плавать. Я хочу найти много новых друзей. И научиться чему-то новому. Научиться плавать так профессионально, каким-то новым видом спорта.